земная. Я вообще сама родом из другого города, я из Баранович. Это недалеко от Минска. И, можно сказать, всю карьеру я начала там. И выросла там, и играла уже за высшую лигу. Меня взяли в команду в 14 лет. И я уже там, как говорится, начинала свой путь большой. И тогда это считалось одна из лучших команд, на самом деле, «Атлант» в Беларуси. И это было очень круто, если ты играешь именно за этот клуб. И как-то у меня было предложение еще там, в мои 16 лет там, прийти в Минчанку, как раз это время поступления в университеты. Но потом Николай Васильевич Крополь предложил мне прийти в Уралочку, и мы с отцом подумали, что, наверное, лучше уехать в другую страну и уже и поступать в университет в России. И, собственно говоря, все это продолжать именно уже в новой стезе, как говорится, именно в российском чемпионате. Ну, не знаю, как-то не сложилось. Предлагали раньше, но как-то не мое, видимо. Во-первых, мы вообще подписали контракт тогда в мои 16 лет. Я попросила Николая Васильевича закончить школу. Мы закончили школу, я забрала диплом, и тут еще стало просто, куда поступать. Сначала сказали, что ну, если хочешь, можешь оставаться в Минске поступать, ну, как бы дистанционно, понятно. Вот, а потом, когда пришли уже время там экзаменов, Николай еще говорит, вот у нас есть РГУ Синх, у нас там все девочки учатся, давай туда. Я такая, экономический университет, я, ну не знаю, это очень сложно. Все случилось, получилось. У родителей были сомнения, потому что далеко. То есть, как бы, другая страна, это раз, там, в Екатеринбург, в Урал, дочь, 17 лет, ну, то есть, страхи были. Отец никогда этого не показывал, но мама очень переживала, на самом деле, слезы, это все было. Ну, как-то, не знаю, решили рискнуть. Я вообще ни разу не пожалела о своем выборе, я всегда только буду благодарна Николаю Васильевичу за это предложение. Можно сказать, судьбоносное для меня, то есть, оно поменяло мою жизнь полностью. Я не знаю, как бы, возможно, карьера сложилась, если бы я осталась в Беларуси. У меня так всегда было по жизни, что я всегда самая молодая была в команде. Даже первый раз, когда пришла в команду, я уже считаюсь не самой молодой. То есть как-то у нас всегда было, что вот я в 14 пришла, у меня связующий игрок Светлана Галкина, ей 42. И она меня называла дочь. И я хожу, и она такая, доченька, пошли понападаем, кресты. Как раз тебе, говорит, надо учиться, Николай Васильевич любит эти комбинации. И я такая, да, хорошо. То есть, ну, я вообще просто реально ребенок была на площадке. И, ну, как-то, не знаю, просто я как боялась изначально, в любом случае, там, что-то не так сделать, чтобы там, не помешать кому-то. Но потом уже, когда я встала в состав 15 лет, я отыграла вот как диагонально, а в 16 я заканчивала сезон в Беларуси как позиция четверки. То есть я там с приемом, и когда Николай Васильевич приходил на игры. Боже, мне казалось, у меня аритмия начиналась, мне было так страшно. А там еще девчонки силовые подают, а я на полплощадки стою. Я помню, Николай Васильевич как-то после одной игры, мы, наверное, проиграли ее тогда, там 3-1, что-то такое. И он такой, ну ничего, мы поработаем, не переживай. И я такая, ну все, мне конец. Вот, ну и все. Потом уже, когда я приехала, собственно говоря, я перешла опять как диагональный игрок в команду, и уже как-то все более-менее наладилось. На самом деле, когда мы пришли, собственно говоря, в клуб, было очень много сомнений по поводу того, как я буду играть, потому что белорусы считались как легионеры, а у нас еще тогда была в сезоне Шини Джек, и, может быть, еще кого-то могли взять, и я помню, Николай Васильевич тоже у меня пару раз, мы как раз были тогда в Тагиле, он меня вызывал на разговор и говорил, что
Сейчас пока что узнаем, как там с твоим трансфером разобраться туда-сюда. Говорит, ну, я посмотрел, все будет хорошо, не переживай. Я такая, ну ладно, но я почему-то думала с идеей такой, что, ну, наверное, вряд ли там я слишком много буду играть, ну, как еще молодая, дадут как-то попробовать, а там посмотрим. И я еще вот помню, вот никогда не забуду момент, это было за год до моего приезда в Екатеринбург, я смотрела финальную игру как раз-таки с Екатериной Гамовой. Я такая вот помню, как-то сижу себе в Беларуси дома, думаю, блин, как бы круто было против Екатерины Гамовой сыграть, как, ну, вот хоть раз в жизни. И просто через год ровно мы играем в финал, финал четырех, и мы обыгрываем Казань 3-1. И напротив меня Екатерина Гамова стоит, и я такая, ну не может быть. Ну как это так просто случилось, я не знаю. И мы просто выходим, и мы все в шоке. И не знаю, и Николай Васильевич, я помню, сидит такой, ну уже устал тоже с чемоданчиком. И мы такие, Николай Васильевич, поздравляю вас. Он такой, и я вас. Это было так необычно. И я, когда пришла в Уралочку, ну, как-то начали тренироваться. И я очень благодарна Николаю Васильевичу за то, что он всегда верил в меня. Вот как бы я там плохо не играла на площадке, сколько бы я ошибок не делала, он всегда давал мне шанс, как сказать, реабилитироваться на площадке. То есть вот я наделала ошибок столько, он меня подзывает, когда забивать будем? Я говорю, сейчас? Он такой, ну давай, пора уже. И я такая, ну да, уже все, время пришло, пора. То есть обычно после такого объема ошибок тренеры любят поменять игрока, чтобы дать время подумать или как-то восстановиться, не знаю. А он такой, вот натворила, давай исправляй. И это очень давало много сил для того, чтобы реально как-то восстановить себя, вот свое состояние на площадке. Понимаешь, что надо помочь команде, и в то же время это огромнейший урок для тебя, что нету безвыходных ситуаций. То есть из всех вот этих ситуаций, которые ты сам для себя же натворил на площадке, из них можно тоже выйти. Только самое главное, вот, чтобы ты в себя верил и шел дальше. И вот он тут веру в меня вот давал очень сильно. Вот, то есть он, ну, конечно, и покричал, и поругал, и я понимаю, что да, это тоже какой-то прессинг-стресс, но в то же время это дало мне шанс вырасти как игроку в плане, что из любой стрессовой ситуации можно выйти в любом случае, просто смотря, как ты на эту ситуацию посмотришь в данный момент. У меня вот был большой контракт длительный именно в Уралочке пятилетний, и плюс ко всему травма со мной случилась, и это очень так накопилось во мне, что мне надо было уехать, мне хотелось что-то поменять, потом были проблемы еще в семье. Так много стресса в один момент, хотя на самом деле я даже своей травме благодарна, потому что я и во время восстановления познакомилась с многими людьми, очень классными, с которыми до сих пор я общаюсь, и благодаря операции я сейчас играю до сих пор. Возможно, если бы я не сделала, неизвестно бы, чем это все закончилось. И потом, когда я уже приехала в Москву, я понимала, что я не буду основным диагональным, что я пришла помогать команде в тот момент, когда я буду нужна. Вот год после травмы, он такой непростой, потому что достаточно болезненный в плане там травмы беспокоит, то еще что-нибудь. Тут еще семейные какие-то вопросы, и это все так накопилось во мне, и я прям, ну, а у меня всегда была как мечта, одна из мечт такой, из мечт моих, типа вот уехать в Италию, также поиграть в Турции и что-то еще, может, попробовать потом. То есть я не придерживаюсь какого-то одного места именно в локации, я вот только в России и все, или я только в Италии, и все, нет. Тут, получается, после сезона в Москве был хороший контракт, условия, все, то есть я старалась помочь команде максимально, чем могу. Я понимала, что мне надо уходить, потому что уже я прям исчерпала себя во всем вот здесь. Мне надо поменять и место, и чемпионат, и рискнуть. Я там и, конечно, не заработала там больших денег, то есть, конечно, в российский чемпионат войти, ну, не тоже непросто, но здесь хорошие клубы и также хорошие контракты. Не так, как в Италии, то есть в Италии там посложнее найти отличный контракт в плане, там, допустим, даже тех же денег. Вот, я вообще не жалела ни в коем разе, я приехала, и я поменяла свою жизнь просто кардинально. Я отрезала себе волосы, я похудела, я приехала в Рим, такая, вот, привет. Я начинаю свою новую жизнь. А еще после событий как раз-таки в семье у меня умер отец. И это так было прям сложно. Я, знаете, вот как оставила все вот
здесь и сейчас я закрыла, открыла для себя новую книгу, свою новую жизнь, потому что я хотела отпустить прям все. И все, я приехала в Рим, сразу хорошо познакомилась со своими всеми девочками по команде, потянула уровень английского, то есть начала там какие-то свои отношения, волейбол у меня очень хороший сложился в плане моей карьеры, хороший сезон, такой достаточно продуктивный. Это, наверное, один из самых лучших моих сезонов в моей карьере, я считаю. По ощущениям, по перформансу, который случился на площадке. То есть это был один из самых лучших в плане даже воспоминаний. Я всегда вспоминаю, у меня прям тепло на душе. Я сейчас вспоминаю Рим, и я такая, ой, девчонки, это как раз-таки у меня очень хорошие остались отношения с моими бывшими сокомандницами. Приятное ощущение в том, что, блин, оказывается, не только друзья где-то в одном месте могут быть, они могут быть везде, то есть куда бы ты ни приехал. Абсолютно нет. Как раз-таки моя первая встреча с легионером случилась как раз-таки в Уралочке с Шини Джек. Мы с ней до сих пор в отличных отношениях. Я даже, самое смешное, я приехала в Италию, и она приехала в Италию на сезон. Я поехала в Турцию, она поехала тоже в Турцию на сезон, и мы с ней виделись в сезоне. И тоже как раз-таки наша дружба так вот на протяжении там 7-8 лет до сих пор, хотя мой английский тогда был просто ужасный. Я там говорила о прошедшем времени, когда я говорила вот в нынешнем, то есть это вот такое было. И она меня как раз-таки учила тоже языку. Она говорит, вот мы сейчас идем с тобой туда, запомни вот эту фразу. И я такая, хорошо. А потом я приехала в Москву, и там Наталья Перейра была как раз-таки со мной, она и сейчас там играет. И я думаю, ну, супер, как раз время повысить свой уровень английского, и я с ней каждый день всегда разговаривала, обсуждали разные темы, я ее как раз-таки тогда уже была как гидом, я говорю, пойдем в музей сходим, пойдем туда сходим, то есть и мне было интересно, я уже тогда повысила свой уровень с ней языка. Получилось так, что моя команда римская, мы были в А1, но из-за того, что мы важные игры проиграли в наших финалах, мы вылетели из А1 и переместились в А2 опять. Этот сезон они опять выиграли А2 и вышли в А1. Вот. И с этим всем как бы, ну, мне надо было оставаться в А1. И мы думали, я хотела еще остаться в Италии, мы думали с агентами, как поступить. И потом пришло ко мне предложение из Турции, где я была в Кузибору в этом сезоне. Мы подумали, что в принципе турецкий чемпионат один тоже из самых лучших, надо пробовать, почему нет. Потом всегда можно, если что, вернуться в Италию, и также вот в Россию. Ну, если хорошее предложение, если есть какая-то перспектива на хорошую игру, почему бы не попробовать. И, собственно говоря, вот я говорю, ладно, давайте попробуем, значит, там. И вот мы переехали в Турцию, собственно говоря. Там уже изначально такая, как сказать, заполненный зал, ощущение прессинга имеется на нас, даже учитывая, что мы дома играем. Ну и вот мы начали играть, собственно говоря. Игра такая началась сразу напряженно, потому что блок большой, высокий, девочки все рослые, техничные. Первую партию мы почти выиграли там, но проиграли там 23-25, потом оп, взяли партию. Что-то как-то уже хорошо стало, давайте играть дальше. Еще что-то там мы вроде проиграли, четвертую мы вроде выиграли. Главное, это была вот подача, защита, собственно, с нашей стороны. А там даже Арина Федоровцева, я знаю, что она может и поверх блока нападать, и ей все равно, кто там будет против нее стоять. И мы как-то усложнили им чуть-чуть эту жизнь в плане защиты, и мы подняли пару мячей силовых таких хороших, и подали подачу свою, поэтому 3-2 мы выиграли. Я сначала думала, скорее всего, оставаться в Турции, там тоже были предложения. Вот, ну а потом Казань вышла уже на моего агента с хорошим предложением, что вот и Зоран Терзич, и Жекс, и у нас такая команда собирается хорошая, вот, и почему бы и нет, и мы так подумали, что может быть это хорошее время вернуться, также помочь команде, это 100%. Как бы в России была в двух клубах, за границей тоже в разных двух клубах, даже приблизительно не было.
Ну, то есть в России, да, что-то там было от этого, но здесь прям все очень четко. Организация прям во всем имеется. Там, начиная, там, как ты приедешь, что надо там по форме, еще что-то в зале, какие-либо там медикаменты, врачи, восстановление, до там буквально там даже покушать. То есть у нас всегда есть такое, что у нас все организовано, четко уже все всех ждет в раздевалке. И, ну, я приехала, я была очень приятно удивлена. То есть я такой организации не видела нигде, и я думаю, что вряд ли где-то ее смогу еще увидеть на самом деле. Потому что это прям большая редкость, когда так заботливо относятся к игрокам, что вот прям, девочки, для вас все, только давайте делайте свою работу. То есть ты уже даже от этого думаешь, боже, да тут все делают, давайте играть хорошо в волейбол, потому что, ну, правда, это одна из лучших организаций, ну, за мою карьеру точно. Каждый сезон — это вызов, в принципе. Я считаю, что да. Ну, то есть тут большие цели, тут большие задачи. И, как мы видим, клуб титулованный в любом случае. И золотые медали хочется видеть каждый сезон на своей груди. И неважно, где ты играешь, даже если там команда не претендующая на медали, все равно всегда надеются, что они будут. Или хотя бы там топ-5, или там ближе к призерам быть хочется всем. Да, это, возможно, где-то сказывается психологически какое-то давление, что вот надо как-то что-то из себя выжать максимально, чтобы вот все были довольны. Не только там ты был доволен, как ты играешь на площадке, но чтобы это помогало команде выигрывать. Потому что каждый нападающий игрок в моей ситуации хочет забивать каждую игру 50 мячей, 100% атаки, защититься, подать классную подачу, и ты герой. У меня вот все вот такие прям фразы от Николая Васильевича вот остались в моем сердце. Ты можешь играть всю игру супер классно, там забить 50 мячей, но вот последних два ты не забьешь, и команда проиграет. И вот что вот ты скажешь по этому поводу? Ты такой стоишь, думаешь, ну, логика есть. То есть в плане, это означает то, что не один в поле воин здесь. То есть команда выигрывает, не один какой-то игрок выигрывает. Ты можешь быть героем, там, 5 игр, 6 игр, а команда все равно не проходит дальше. То есть это все зависит вот от маленьких таких деталей. То есть тут все зависит от того, какая именно коммуникация будет идти у нас на площадке, чтобы делать классный результат вместе. Не только там, чтобы один или два или три игрока были классных, к которым не было вопросов. Нет, должны играть все и какой-то небольшой вклад делать, чтобы потом последний мяч или диагональный, или доигровщик забил его. Сделать все условия. А если не забил, подстраховать и чтобы другой игрок забил. К сожалению, каждый раз, ну, мы не роботы, мы не можем выдавать там супер-классную игру всегда. Очень много может нас моментов как-то триггерить или что-нибудь еще там. Как Зоран сказал, кто-то тебе не позвонил вовремя, уже расстроилась перед игрой там, или что-нибудь еще. Ну, так оно на самом деле и есть. И, к сожалению, мы люди, и в плане эффекта на человека это все возможно. Все, конечно, посмотрят, кто забил. Но тренеры и все люди, которые вот вокруг знают систему, кто понимает волейбол, понимают, что это не было только кто забил, кто поднял, кто дал передачу, и ты забил, и ты молодец. Это тоже очень важно. Это такая черновая работа, которую мало кто видит, но она всегда есть на площадке.